Всем привет! Белые носки, пятки покрасились об обувь. Как отбелить? Таблетка гидропиоида. Я покупаю в аптеке 42 рубля. 8 таблеток. Столовая ложка нашатырного спирта. Полностью растворяю гидропиоид. Ставлю сюда просто пятки, которые окрасились. Много раствора не делаю, потому что у меня немного окрасилось. Только пятки. Кожа светлеет на глазах. Вот это я первый носок опустила. А этот второй. Второй еще более яркий. А первый уже светленький. Буквально это произойдет в течение 15 минут. Осветлится краска. Не застирываю. Вот такие, как сняла, сразу их в раствор такой, чтобы моментально они отбелились. Прошло 5 минут. И все. Светленький. Теперь только постирать, и носочки будут белые. Аккуратно с этим раствором, чтобы он не попал ни на какие вещи цветные, потому что он будет выбеливать. Сам я этот раствор не трогаю, потому что он очень ядовитый. Но я все делаю. Вот. Раствор не попадает на руки. Усветлилась ткань носков. Стирать и сушиться. Вот отбелились мои носки. Ну что, всем пока. До новых видео. Ничего не полиняло. Но делать надо быстро. Долго не держать. Нигде не полиняло. Но краска вот эта, которая попала сюда, она ушла.